небе. Они не сеют и не жнут, не собирают урожая, а ваш Отец Небесный копит их. Разве вы не знаете, гораздо больше, чем они? Да и кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о праведности, а все прочее будет вам дано в дополнение. Аминь. Вот такой стих.